Я снова вас приветствую. Съездила я в магазин. Паблик заехала, вернее, после тренировки. Там я не снимала, но вот хочу вам показать, что я купила на $108. Итак, как сказать, поделиться, посравнивать. Купила я порезанные арбузы. Они порезанные, очень дорогие. Но Наталья меня вчера разманила, я говорю, мне лень резать. Она говорит, ну купи готовые. Я говорю, готовые дорогие, но почти $9 порезанные, видите, арбузы. Такая вот тарелочка. Лук зеленый. Две, как говорится, два пучка. Green onion. $1.98. Дальше идем. Итак, у меня, я не знаю, персики или нектарина, это как хотите, так называйте. Вот такой красивый. 7 штучек вот таких. Сейчас я вам скажу, сколько это стоит. Но они немножко твердые. Я их подержу, наверное. Так долго выискивать, девчонки. Ту-ту-ту-ту-ту, хани. Ну, ладно, если потом найду, скажу вам. Молоко, алмонд. Ну, это все, что я вам сейчас покажу, это на $108. Кефир. Простой, без добавок и с медом. Честно говоря, меня как-то последнюю неделю опять стало мучить изжога. Независимо от того, что я ем только салаты, но изжога, она у меня хроническая. Вот взяла протеин, значит, кашу геркулесовую и обычную, оригинальную. Иногда по утрам все-таки полезно это кушать. Мед. Вот такой мед, тяжелый. И мед у нас стоит. Ведь видела только что. О, пичес. Нет, это пичес, это не нектарин. Вверху, оказывается. Почти $10. 9,50. 7 штук вот таких персиков. Ну, где же у нас мед? Теперь мед ищу. Ну, вот эти коробочки, значит, они, одна стоит 3,67 и вторая 4,59. Я думаю, вот это с протеином 4,59. Итак, молоко 4,50. Ну и вот, значит, эти тоже дорогие кефиры, они по 1,49, 2,4,19. Взяла также дистиллированную воду, опять $1.29, для промывания носа от аллергии, я уже много раз вам говорила. И теперь переходим к лекарствам. Что я сегодня купила? Я никогда раньше не покупала. Но вот у всех стариков есть вот такая, знаете, как если быстро у тебя сильная изжога, то вот, значит, это должно как бы быть постоянно. Называет его ТАМИ. Антиоксид. Он недорогой, всего $3. Знаете, вот, ну, он просто быстро пьется. Вот ни с того, ни с сего, вот уже час дня, да, я, значит, только сделала, перед тем, как пошла в спортзал, я сделала себе коктейль из этого молока с протеиновым шейком. Ну, прямо сразу две съем. Вот я вам честно говорю, у всех стариков это вот как скорая помощь, как витаминки. Посмотрим, поможет, нет. Самое дорогое из того, что я купила,
Это вот эти витамины для сердца. $34. Еще скидка была $8. Они очень дорогие. Я их пропивала. У меня сейчас они закончились, и я снова почувствовала, вы знаете, легкие перебойчики в сердце. Пока я их пила, у меня вообще не было этих симптомов. Никакого мне диагноза не ставят. Это у меня было всю жизнь. Стенка там какая-то немножко дрожит, сердечная мышца. Но это неприятно. Но вот почему-то, когда я их пью, у меня этого нет. Поэтому, так как я собираюсь на операцию, думаю, мне не нужны никакие симптомы, я вот купила 80 штук, это на 2,5 месяца, почти на 3. И стоит это, еще раз повторяю, $34. Ну, и вот такую соль я покупаю. Sinus Rinse. Все, это натуральная соль. Один пакетик я добавляю вот на бутылочку для промывания носа с дистиллированной водой. Промываю легко, как будто зубы почищу вечером. Мне это устраивает. Вот здесь 50 их. Это тоже не дешево, по-моему, стоит $10. 7 Sinus Rinse. 8. И что я еще купила? Вот написано, что тоже Heartburn, Fast Relief, и якобы новые они. Ну, посмотрим, новые они или нет. $9 вот стоят таблетки, тоже мне что понравилось, 50 их здесь. Много. Вот и все. Видите, ну, вообще я хочу сказать, витамины очень дорогие здесь. Все, что связано с медициной, хотя это без рецепта, это очень дорого. Это вот у меня самое дорогое из того, что я сегодня купила. Лук я буду добавлять в салат. У меня салата много, достаточно. Мясо оно размораживается, буду мясо. Вот у меня сколько салата. Я его буду, лук добавлять и кушать сейчас. Салат такой ем каждый день. Размораживаю курицу. Что я вам еще хотела показать? Ну, вот клубники Дэниел мне покупала. Вот еще клубника. Я думаю, что она дает кислоту. Потому что, ну, все-таки она кислая. Сладкая, но кислая. Я думаю, что у меня вот это может от нее. Немножко изжога. Ну, как-то вот стабильно стоит. Не то, что сильно изжога после еды. Ну, вот она стабильна. Это изжога, как бы, знаете, не сильная, но постоянно, вот, как будто бы желудок сильно голодный. Это неприятно. И вот это подкашливание, оно тоже от кислоты, которая дает такую пену. Вот я вам уже рассказываю то, что я знаю по работе со старичками. У них это с возрастом очень часто бывает, что вот эта мокрота их беспокоит. И это все связано с желудком, оказывается. Не с аллергией, как я раньше думала. Когда я пью вот эти препараты, у меня нет вот этого подкашливания все-таки. Ну, кроме этого, естественно, я пью еще препараты, которые... Ну, масло еще не съела. Я его добавляю в гречневую кашу. Вот, кокосовое масло. Когда гречку варю, я добавляю гречневую кашу. Дэниел, он постоянно пьет вот такие. Айбупрофен. У нас вот продается с Адвилом. Вот такое. Вот он пьет эти таблетки по 2 или по 3 от боли постоянно. И вчера, Дэниел, еще хочу вам похвастаться, чтобы вы видели. Надо сейчас поднять немножко. Он-то вчера купил в Сочи питание. Ну, на год точно хватит. Она у нас его так ест, что по 3 крупинки. И, естественно, игрушки. Дэниел не может, чтобы не купить. Все время говорит, сейл был, сейл, бесплатные, почти бесплатные, по $4 штука. Сочи уже одну порвала. Но она знает, что они здесь лежат. Она ходила, гавкала, но сейчас, пока я уехала, она, видимо, спала. Что я буду кушать? Сейчас я это все уберу в холодильник.
Персики надо выложить, чтобы мягкие были. Они все-таки немножко твердые, я люблю мягкие. Вот. Красиво, да, персики? Ну, $10, не знаю, как у вас сезон. Что я буду кушать? Салат обязательно, салат. У меня сейчас курицы нет, без курицы поем. Еще не приготовила, бегаю. Зарядка. Вот как вот поела тогда, как-то вам показывала, купила я вот эту гречку с пережаренными овощами. Я ее приготовила, после этого у меня уже вторую неделю изжога, постоянная при том. Даже у Дэниела была изжога. Что они там добавили, не знаю. Вкус был и запах хороший, но вот теперь у меня эти две коробки пойдут на выброс. Еще не выбросила вообще-то. Не привыкла выбрасывать, то жалко же, деньги заплачены. По-моему, $5 коробочка, поэтому жалко. Все, выкидывайте. Так, значит, что я буду кушать? Салат, я вам сказала. Курица еще не приготовлена у меня. Ну вот салат и овощи я поем. Мясо. Может, час поставлю. Ну, Дэниел сейчас будет спать, бесполезно сейчас ставить. Он перед работой, вы знаете, он не любит плотно кушать. Он после работы ест. Вот что неправильно. Но он говорит, я не могу на полный желудок есть. Вот такое у него это. И ходит он голодный на работу. Курицу я, конечно, сделаю, еще не придумала как. Порежу ее, грудки у меня куриные. Вот прямо от арбуза уже не могут хочется. Хочу показать для тех, кто мучается носом. Еще раз. Такая соль у нас продается. У вас тоже там продается, естественно, в пакетиках. Вот, пока расковыряю. Вот такие пакетики. Вот один пакетик высыпается в такую бутылочку. Наливается дистиллированная вода, можно кипяченую. Здесь дырочка. И вот так вот наклоняешься над раковиной, нажимаешь, и струйка вытекает отсюда и отсюда. И, как говорится, все аллергены вымываются из носа. К этому надо привыкнуть. Это так легко, это легче, чем почистить зубы. Нет, зубы порой, ну их надо дольше чистить, а это занимает буквально... Я покупала чайничек, но чайничек не нажмешь. Надо ждать, стоять с ним, пока вытечет. А это я уже настолько быстро так... Быстренько промываю и все. Да, это затрата, но это стоит того. Проблем вообще с носом нет у меня, ни насморка нет, ни аллергии, хотя раньше очень мучилась этим всем. Безумно. Сейчас на салат-то не потянет после арбуза. Салат-то каждый день ем. Обалдеть, конечно, вкусно. Резать лень. Раньше арбуз брала... Нарезала большими кусками. Сейчас ничего не успеваю, не знаю. Обалдеть. Ну вот, на $108. Говорю, в основном вот это только $34. Ну вот и все. Пока ничего интересного больше нет. Будет, покажу вам.